Привет, мои дорогие! Хочу показать вам немножко магазин золота Мирабата Кичелары. Посмотрите, вот такие цепочки. О, отсвечивает. Вот такие браслеты есть красивые. Цепочки. Магазин золота. Браслеты какой хотите, на выбор. Есть разные, красивые, очень красивые. Это второй магазин. Браслеты, цепочки, комплекты. Кольца красивые такие, крупные кольца, цепочки, нравится мне такое красиво. Это посмотрите, какие толстые цепи, сережки. Браслеты так висят у них. Вот этот набор красивый очень. Браслет, кулон, серьги, кольцо. Просто шикардос. Ну, наверное, стоит пол квартиры, так скажем. Не знаю даже, сколько стоит. Ну, вообще-то нет. Наверное, я думаю, 70-80, около 100 тысяч может лир стоит. Это из белого золота набор. Это с тиграми браслет. Вот как по мне, лучше вообще вот чтобы гладенький был. Так, если мало там чего-то, ближе к классике. Посмотрите, какой. Вот куда его носить? Вот одень и останься без головы. Просто, да? Смотрите. Золотые, как их там, колье, ожерелье, да? Там набор Версачи тоже симпатичный, смотрите. Красивый. Вот такие наборы. Тоже симпатичные. Вот здесь тоже симпатичные. Thank you.
красивый. Ну, такой гладенький, да? Симпатичный. Браслеты, кольца. Кольца есть здесь и с бриллиантами. Вот эти бриллиантовые колечки. Подсвечивает. Вот такие браслеты вот здесь любят. Плитки. Сильвер. Кулон. Здесь разные цепочки. Как вам браслеты? Здесь цепочки с кулончиками. Нежные такие, тонкие цепочки. А еще у них есть этот четки, золотые четки. Это вообще что-то, вы знаете, даже соски есть, золотые соски. Здесь уже так более поскромнее колечки. А, бутылку видела с соской тоже. Золотая. Вот эта вот штука, где закрывается. Это вообще. Такие вот цепочки с кулончиками. Ну, они стоят где-то в районе 1500, наверное, лир, я думаю. Эти раньше дешевле были. Браслеты у него какие-то интересные, потертые маленько. Какие-то тут. Вот. Обручальные колечки. Там красивое колечко. Такая Маша присмотрела себе, да? Вот это. Такая вот это. Цепочки тоже симпатичные. А как кружится, кружится. Бриллиантовые колечки. Они такие интересные, внутри черное что-то у них, а снаружи... А, нет, это оказывается, они так одели, господи. Маша уже. Вот такие вот магазины золота у них здесь, в Турции. Золотом богаты. Конечно. Ну, браслетики. Этот браслет симпатичный. Вот этот. Такие монетки. Это у них дарят, одевают на свадьбы, на рождение деток. Вот. Монетки. Уже в готовом варианте. Вот такие вот золотые монетки. Вот там тоже красивый такой кулончик Versace. Симпатичный. Цепочка тоже на нем. Тоненькая, симпатичная. Вот. Тут, в общем, такой магазин. Ну вот. Маша гуляет по Кызылаю. Зашла в магазин золота, думаю, посмотрю, что там есть новенькое. Вот такие вот у них везде свежевыжатые соки продают. Прям тут же выжимают и тут же
продают. Ветер такой, девчонки. Снег пошел в Анкаре. Вчера, со вчерашнего дня вообще всю ночь, да и днем, в общем, был снег. Вот. Ну что, мои дорогие, Маша проголодалась. Вот хочу, знаете, что поесть? Пойду, наверное, в бургер. Нет, пойду в Макдональдс. Макдональдс схожу, что-нибудь там перекушу, потому что совсем проголодалась. Вот. Ну все, мои дорогие, так вчерам бираз гездим, козлайдаем. Бираз видео чектим. Acıktım. Şimdi McDonald's'a gidip biraz bir şeyler yiyeyim de. Bir tane burger olsa da atıştırayım yani. Görüşürüz canlarım. Çok teşekkür ederim. Öpüyorum, seviyorum. Burada Faruk var. Мои дорогие, я вас целую. Обнимаю. Увидимся. Маша пошла перекусить. Да. My dear, thank you, I love you. Bye-bye. Привет, мои дорогие. Что мы с вами покушаем? Ой, тут Маша колотила, рубила, в общем. Что-то рубила, рубила. Так, тут у меня осталось желтое. Давайте доедим желтую уже, и я заново ее сделаю. Так, пчелы, мерабалар. Такая еще. В общем, решила снять сразу два видео, потому что завтра у меня точно не будет времени, и не хочу оставлять вас без видео. My dear, hello. How are you? Ну что, покушаем? О, отсвечивает, ничего не видно. Тарелочка моя. Спасибо, Ля. Что-то гринка вкусно. Что-то поскрипывает, не пойму, что. Глинку я кушала вчера, она была идеальная.
Yellow Украина крем. Просто шикардос. Вот желтая украинская реально вкусная. Такая вкусная. Очень. Немножко проглотила. А то все спрашивают. Лучше, я думаю, об этом не говорить. Но бывают вопросы. Спасибо вам большое. Так, всё равно, тащи коридором. Это коридором. My dear, my life.